Димаш Кудайберген номинирован на звание самого красивого человека 2020 года. Рейтинг проводится по версии независимых критиков красоты. Голосование проводится на официальной странице конкурса TC Candler 100 Most Beautiful List в соцсети. К этому часу Димаш набрал больше 7 тысяч лайков. Тем временем американские фанаты Димаша Кудайбергена в поисках литературы о Казахстане на английском языке. В магазинах нашей столицы они не нашли нужных книг. Им пытался помочь сотрудник гостиницы в Нур-Султане. Но безуспешно. Такой вот историей поделилась жительница Нью-Йорка Аманда Хернайдес, которая является активным членом фан-клуба казахстанского певца. And he's always saying, "Welcome to Kazakhstan." На своих концертах Димаш все время приглашает в Казахстан. До встречи с ним я абсолютно ничего не знала о вашей стране. Этим летом мы все-таки побывали в Казахстане. Красивая страна. Мы посетили Экспо, погуляли в Нур-Султане. Я не ожидала увидеть такой большой, прекрасный, современный город. Но что было удивительно для нас, мы не могли найти у вас книги на английском языке о Казахстане. Но нам все-таки бы очень хотелось иметь в своей библиотеке книги о вашей прекрасной стране. Oh, 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 oh.